Цветы, шары, слезы расставания и неизведанное будущее. Выпускники по всей стране прощаются со школой. На празднике, который каждый помнит, пожалуй, всю жизнь, побывала Антонина Сирасхова. Ей слово. Выпускники стоят в коридоре, немного волнуясь. Девочки еще раз поправляют банты и фартуки, мальчики – галстуки. К этому важному событию готовилась вся школа. И вот он наступил. Последний звонок прозвенел для выпускников школ. Ну, есть и радость, и грусть. Радость, потому что мы наконец-то уже закончили эту школу. Я грусть, то, что прощаемся. Последний звонок – это знаменательное и волнующее событие для всех выпускников, их родителей, преподавателей и администрации школы. Он собрал вместе всех тех, кто на протяжении 11 лет рука об руку проходил этот сложный и тернистый путь к знаниям. Из стен Ямальской школы-интерната выпускается 240 учеников 9 классов и 120 11-классников. Перед вами открываются все пути. Будьте смелыми и уверенными в себе. Не пасуйте перед трудностями. Не бойтесь мечтать. Активно проявляйте свои таланты. От вашей настойчивости, целеустремленности, усидчивости во многом зависит ваше будущее. Мы возлагаем на вас большие надежды и искренне хотим, чтобы у вас все получилось. Я искренне желаю вам успешно пройти итоговую аттестацию и безошибочно определить свой жизненный путь, по которому вы пойдете. И пусть на этом пути вашими добрыми и верными спутниками будет успех и удача. Я поздравляю вас. А мы с печалью провожаем вас. С надеждой встретиться снова. Уже смирились с расставанием. И, вглядываясь в каждого из вас, мы молча шепчем вам: до скорого свидания. И верим, что любые испытания не испугают вас. Желаю вам удачи, желаю вам счастья и счастливого пути. Проводить старшеклассников во взрослую жизнь пришли и первоклассники. В ходе мероприятия учениками были представлены танцевальные и вокальные композиции. Выпускники создали машину времени и вернулись в прошлое. Вспомнили беззаботное детство в детском саду и 1 сентября. Очень сложно говорить и сказать что-то одно, потому что на самом деле это странно. Вот 11 лет учился с этими людьми, и сейчас тебе приходится с ними расстаться. В одну секунду просто сменить круг общения, полностью обстановку. Это, конечно, выбивает из колеи, но мы справимся. Это действительно рубеж между детством и уже взрослой жизнью. Дальше они будут сами уже принимать какие-то важные для себя решения. Здесь были мамы, здесь были рядом учителя, которые о них очень и очень заботились. Поэтому я каждому выпускнику желаю удачно найти свой жизненный путь. Этот день будет в сердце каждого выпускника. В эмоциях, звуках, картинках. 11 лет пролетели, уроки закончились, впереди экзамены. И уже завтра опять за книжки. Антонина Сирасхова, Виктор Утробин, Ямальское районное телевидение.